<свист> <Рёма>. <свист> нет. Да нет, нет! нет, не хочу, Андрей! этот у меня самый главный вопрос. Чуть-чуть материться можно? А, можно. Тогда все, дорого. <свист> было смешно, было смешно. Якутск Ньюс. Лучший из якутского интернета. Здравствуйте, вы на канале Бай Балалай. Всем здравствуйте. Меня зовут Андрей, мне 20... Сколько? 27 лет. 27 лет, я уже забыл. Это моя жена. Ксюша, тебе слово. Всем привет, меня зовут Ксения Слепцова. Мне 29 лет. Все. Все, Как давно вы познакомились? Очень давно. Ну, как давно? 2013 года вместе. 11 лет. Познакомились мы Вконтакте. Э, Вконтакте, да. Короче, лучше не рассказывай. Да. Ну да, скажу как есть. Я там писал нескольким девушкам подряд, короче. Привет, давай познакомимся. И ответила Ксюша. Из них только Ксюша ответила. Вот так мы познакомились. Я, сопли я еще сначала подумала, какой-то этот фейковый аккаунт Тиханавта, потому что там какой-то омук. Бурят то то, кто А, да, я был в это время в Бурятии, кстати. Да, и там фотографии были оттуда. Отвечала, и потом он предложил встретиться Ди. Да. я говорю, давай встретимся. Как раз был СЭХ, короче. Она на СЭХ уехала, а я, ну, тогда молодой пацан, я на велике был. Я говорю, я сейчас тебе приеду, говорю, на велике. Она говорит, хорошо. Мы договорились с ним встретиться во сколько? В шесть до да, в четыре? Идут. Да. И я? она, короче, загасилась. Приехал туда на велике, представляешь, с Мархи еще до на туда, на велике этот. Я приехал туда, искал ее, ну как там ее найдешь, да? И в итоге она не отвечает. А я там выступала, я училась в колледже культуры, и мы там выступали, считай, несколько цехов, да? Поэтому вообще я про Андрея забыла про встречу. Короче, на следующий день она мне отвечает, типа, ой, там забыла да, туда-сюда, ну ладно, давай, говорю, еще раз встретимся, типа, давай, я шан, опять шансы дал. Короче, этот, говорю, давай в парке встретимся. Я сказала, а, давай, угу. хорошо, опять Да, она, короче, я опять же на велике поехал с мальки в парк. До парка. Два часа ехал до туда, в итоге приехал, опять пишу и звоню, короче, она опять в загасе. Я думаю, ну ладно, наверное, там ну, прихорашивается, да? Там, красится там. Не а знаю. человек тупо спит. Я, короче, Ой, там какой... первый час прошел, второй час. Я не знаю, сколько там уже мороженых сел, пока я ждал. И в итоге, спустя прикинь, 4 часа. Я не знаю, я же мог уехать, короче, да. Но все равно дождался. Она вышла. И, и вот мы вместе, и да. Вот уже 11 лет прошло, да. А как давно вы вместе? Читай, вот встретились где? Потом угу. уже э, ты улетела в Соскалах? Да, я к себе в деревню уехал, и потом мы общались. А я в Швейцарию улетела. Я в деревню, она в Швейцарию. И потом... Красивая история. И потом мы в августе, по-моему, здесь встретились. Ой, тогда, Андрей, я помню, этот тур купил этот день. На Демьяне Бедном. Ему 16 лет? А я после девятого поступила в колледж, мне 17, да, получается. И он тогда вот подарил тур на Ленские столбы, на Демьяне в Вьетнам, это был шок. Ну как я купил, мама купила. Но родителей заставлял только так, оказывается, да? прикольно было время, Насколько хорошо от одного до десяти вы друг друга знаете? Вот сейчас у узнаем. Ну полностью. Десять. Андрю? Девять с половиной. Ну, надеюсь. Я говорю, things. ну сейчас узнаю. Сегодня вы будете отвечать на вопросы о вас. Самое главное правило, чтобы ваши ответы совпадали. Если ваши ответы совпадают, то вы получаете один балл своей совместимости. Если ваши ответы не совпадают, то вы получаете удар током. Вы готовы? Хорошо. Хорошо. Андрей вас из В пятом классе Андрей Наспорт съел собачью какашку. А на что был спор? Ой. А ну что был спорта? Я сам Я забыл. Не... Я не знаю. А! То -а -а. Короче, это типа сейчас напишу быстренько. Пацаны же спорят между собой типа, угу. типа. Типа ты сделаешь это. Если ты не сделаешь, то ты не будешь кем. Это вообще вот банальное вот угу. вот этот ответ он в самом вопросе, короче. У пацанов есть такое типа. Если ты это не сделаешь, то ты не кто. Вот

Это вообще интересная история, я до сих пор помню это. Мы втроем с одноклассниками, короче, пошли гуляем, там как раз весна, говно тает. Говно? Да, и там что-то, какашки. А, мы, субботник у нас был в школе, мы убирались, короче, и там смотрим, собачье говно никто хотел. Ну, никто не убирать хотел, короче. Слово за слово Да, типа, кто съест какашку, типа, тот, типа, пацан, короче. Если, типа, ты не съешь, и в итоге мы все втроем съели. Ну не как, ну как, как съели, откусили. Базар где такое было? Пипец. Типа, ну дети же были, не знаю, какой пятый класс. Типа, если не съешь, ты не пацан. Я съел и я остался пацаном. Я надеюсь, что это была собачья говно. Какие цветы Ксюша впервые получила от Андрея? А, ну конечно я знаю. Как это я не знаю? Я готов? Я тоже. Давай, раз, два, три. Мама. Ой-ой! Роуд, да? Ну я уже этот. Я уже был готов. Ну. Помнишь это? Я? Да. Нет? Как это ты не помнишь? Я тебе всегда розы дарил. Ну да, ты очень много раз дарил, поэтому я не помню первый раз. Ну, я помню, э, на день рождения ты мне дарил 101, 101 день. Да. Первый же год. Сколько нужно девушке дарить цветов в месяц? Один. Надо 10. Я сколько делал? Один, да? Один раз. Ну, чего уж тут врать-то. Один раз в месяц. Но зато стабильно. Какое место занял бы Андрей на играх Дегына, если бы участниками были только его друзья? Харудин, да? Ну, конечно, это же очевидно. Ты готова? Ты точно эту цифру написала, надеюсь? Раз, два, три. Мама. Ура! Спасибо большое. Я знаю, что ты да, всегда в меня веришь. Вот, да, Андрей всегда такой. Только Андрей number one. А кто там есть? Сильный друзья. Нет, он это. Не, есть сильный, но я сильнее. А кто бы э, конкуренцию главную составил тебе? Жорик. Жорик, да. Он на вахте. Ну, он реально этот. Камень хотел сказать. Он реально физуха. Да. <связывая> таз Ботур, да? <связывая> да таз. Я же говорю камень. <связывая> какая самая дорогая услуга в салоне красоты Ксюши? Ну, это я знаю. Это прям ну, бы. А. Самая дорогая услуга, что у нас есть? Вот, ну, mm. общее, общая сейчас скажи, что ага. то, то, только то мне получить. <связывая> угу, я готов. И какая у нее цена? Грудинда? блин, я не знаю. Ну no, вот последний раз мне ехали пятимги. Ага. Ага, киха хоют по битюлер инди-дивин. Айдет Да, 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 Вспомнил. Ну, надеюсь. Я готов. Раз. Грудинда? Да. Да. Раз. Два. Три. Ну как, я же правильно написал. Ну да, примерно понятно же. Ты сколько написала? 18 кадров. Блин. Да до сих пор хаир делал, ты же Чуть-чуть с попытай, Ну? Ну, давайте, реклама. мой салон находится на 203 микрорайоне. Салон называется «Разное». Практически все виды услуг. Даже мужской маникюр есть. Правда, она мне маникюр не делает. Я грозу ногти. Я сама работаю сколько уже? С 2014 -го года, да, ровно 10 лет. Я сама ма а, nail мастер. Очень долго думала. Пока решалась, уже все а, ко мои коллеги, да, которые вместе со мной на а, начинали, они уже давно открыли и закрыли. Да. А я только решилась. Да. Вот. Но... Надеюсь, мы не закроем. Да. Я? Автобизнес. Ну, честно, хочу в автобизнес уйти. Пока не будем С об этом говорить. С смотрю на Ксюшу ее состояние, и мне уже не хочется. У меня были бизнесы такие мелкие: ремонт и обслуживание сноубордов, шалуху открывал тоже шаурмичку, даже маски продавал в пандемии. Ой, реально, кем я только не работал ну, вообще. Я не знаю. И в МЧС работал, грузчиком был, водителем был. Таксистом был. Родителям помогал, а Родителям да? помогал, да. Потом на вахте тоже. Ну, вахта это сезонная была. И сейчас мой это главный помощник разнорабочий в салоне. Моя профессия в салоне. И этот. И этот главный спонсор. Вот. Что там? Ну, на вахте вот сколько? 6 лет, блин, проработал. Надеюсь, надеюсь, больше не поеду туда. Каждый раз так говорит, да. Каждый раз обещает, и каждый раз все равно да. уезжает. Реально затягивает вот это вот. Ну, не могу я, типа, получать ту зарплату, которую здесь платят. И поэтому приходилось сюда ехать, там, ну, что там, на машину купить, там, на салон, там. И еще что-то, каждый раз что-то появляется, и приходилось уезжать. И каждый раз говорил, последний раз, последняя вахта, типа. Какую марку автомобиля Андрей угнал в детстве? Вау, ты же не помнишь, да, по-любому? Давай я тебе подсказку дам. Короче, у него знак, как, типа, плюс. Но типа такой этот э, искаженный, ну, не искаженный, как это, кривой, короче. Чуть -чуть, кривой. Плюс же есть плюс обычный mm. плюс. Знак плюс. И он немного, короче, этот кривой, короче. Ты знаешь эту марку? У нас в городе ездят такие машины. Блин, я не знаю. Помнишь, мы во Владике-то катались? Не эта машина, а марка этой машины. Можешь не слово писать, а хотя бы знак. знак-то ты примерно знаешь. Во Владике-то мы катались на да. тачке. Сейчас, давай, я в тебя верю. Сейчас, подожди, можно я поменяю? Белян, Белян. А как пишется? Ладно, давай, погнали. Чайка, как есть. Давай. Раз, два, три. Правильно я написала Ой, или нет? Ты, ты как написала? Покажи. Я не вижу. Правильно, правильно. Да ладно, пусть. Правильно, да? Да, это вообще кринжуха-кринжуха, короче. Класс пятый или какой? Ну, где-то вот так вот. Три часа ночи. Мне, короче, друг звонит, типа, давай выходим с девчонками там, короче, туда-сюда. Там даже папаша был единственный. Пятый класс. И все, короче, приехали, а они уже этот... Ты галбутер, короче. Ой, простите. Ты не классики, блядь, прикинь. Да, я был у них типа водитель. Они в морку ко мне приехали, я тогда в Мархе еще жил. Чисто тогда... морхинский. Да. чисто морхинский. У меня таких историй нет. И мы поехали, аж в порт доехали. Он рядом сидел, мой друг, и у него была тоже девушка. И они все вдвоем сидели на переднем сиденье, она у него на коленках. И все, и вот так вот мы проезжаем. Ух, этот, шестерка Жигули, короче, с мигалками, короче. И знаешь, вот как этот реально форсажи Мы все вот... Втроем еще сзади нас толпа. И они такие вот так вот: зжжжж, все вот так вот. И мы смотрим, короче, сзади. они а Вам, замедленный круг, все там уже все моргает. Он мне кричит: газуй, типа, газуй! Я, короче, очканул, я не знаю, что делать. Типа, вообще, короче, запаниковал жестко. Типа. Он говорит: газуй, типа, газуй! И все, я, короче, тапку вообще полностью. Ван! А прикинь, ты представляешь, зима минус 50, короче. Я Жизнь, давай там где? возле колобка куда-то там по какая-то улица, не знаю, там соседи еще магазин там сейчас вроде. Мы туда поехали, а там еще лежащие эти полицейские, жестко на всех да? Банг, банг, да вообще. На этом джипе едем, едем, куда-то во двор заехали. Давай сюда, говорит. Я еду, еду. Потом резкий поворот направо, и еле, короче, этот, справился с управлением, поворачиваю, там уже скользко-жестко, там а, абс горит вообще. Я, короче, опять тапку нажимаю, короче, вроде их не видно, что там, что там, ну все, короче, орут там туда-сюда. И я смотрю, там вообще вот реально крутой поворот налево, и тут гараж и забор, короче. Я вот так вот смотрю на него. А, как я сделал? Нажимаю на тормоз и уворачиваю руль. А я все время... А я, короче, еду прямо в этот момент. И, ну, все, короче. Машина на лыжах стала. Я в забор. Банг! В гараж. Банг! Да, говорю. Ужас здесь. Все там... <пуф> там что-то дымится, капот там вообще... Ну... Жесть! А, да. И они спустя там где-то минут, там, ну, 5-10 где-то буквально уже подъехали. Мы такие там уже рыдаем, поплачем. А, а! <соцентричные> Мамы рыдают, да, машину сломали. Будет. Они так спокойно подъезжают. Че, пьяный, что ли? Нет. <соцентричные> Кто за рулем был? Я. И все. Сколько вам лет, блин, типа? 11-12 лет. Ужас! И все. Ну все, звоните родителям, короче. Там. Ну вот, хозяин машины подъехал, батя там, блин, злой такой пиздец. Наругал всех нас, э, наших, ну, я своим родителям не звонил, короче. Ну, ясень пень. Нас всех по домам развезли, короче. Уже где-то под утро, часов пять, наверное. Я думаю, ну все, короче. Жду звонка от мамы, короче. Буквально вот 7 утра мама. Вау! Не а надо! Меня заставили. Там. Я хотел остановиться. Да. Ну, люлей получили все конкретно. Шести, конечно, итоги, так, сломали родителей, и... да? Заб забылось, да. Ну да, ну тогда не весело было. Сейчас весело. Какой вид кофе у Ксюши на третьем месте? На третьем месте? О май гад. На третьем, да. Давай, помогай, Ксюша. На третьем я сама не знаю. Что ты еще там на третьем месте ты же дома, наверное, тоже пьешь? Это же не лад то. Кимберлори. Ну ты мне подсказку, да? Я-то а не что знаю. А что я не знаю? На третьем. У меня на первом месте так. <свят> <свят> Айка, ты хочешь сразу в магар не иду, он крутой. Не, ну ты напиши это и просто мне дай подсказку, я я пойму. Сейчас не надо писать там раф какой-нибудь на миндальном молоке там на три с половиной сахара. Вообще самый обычный. Давай название напишем. Короче, Я название знаю. Бибдехер А, я готов. Тя. Раз, Раз, два, три, три. нет! О -о -о. Ай, как много ты делаешь! Три в одном где, -то, где, -то. Тух, где Диск -афе. Диск -афе, да? Три в одном делаешь, да? Без кафе. Без кафе, да. Говорила название О -о -о. не писать, блин. И написала она. На первом месте Андрей. Ладно, три сахара. Перфетто. Это прям, это прям база, ребята. Она даже меня подсадила на эту кофе. Хотя меня после кофе сразу на заседание директоров падает. Сразу, напрямую. И все равно имбирь и хитрор, да? Любимый напиток. Ну, постоянно топ энергетик. 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 Да. ФЖБ энергетик. Ну, я раньше всегда пил этот Red Bull, потому что я же сноубордист. Там. Ну, как, а как, тебя... как, как без энергетика-то? Потом я перешел на Берн, потому что Ксюша пила Берн, и он мне реально <с понравился, короче. И сейчас на Литвина что-то перешел, не знаю. Может, когда-нибудь рекламу сделаю? Надеется. На ну, такое, если честно. Чисто из-за Литвина, да? Чисто из-за Литвина, ну и чуть подешевле, наверное. Денег на Red не хватает. Да. Андрей потерял в финансовой пирамиде 2 миллиона. А какой процент ему обещали? А сколько нам обещали? Миллиарды. Проценты, это очень сложно в процентах я считать. Я еще считать не умею, у меня на пальцах считаю. На пальцах. Давай мы напишем, сколько мы ежемесячно нам обещали. Это же мы примерно помним? Я не помню. Ежемесячно. Я почему-то помню. Блин, я не знаю, как это подсказку дать. Короче, я вот моя зарпла зарплата же была, угу. и чуть-чуть вот больше ее, ну ты же поняла, о, о какой цифре идет, только округленная. Угу. Нам эту ежемесячную выплату обещали такую, короче. Вот сколько я получал на вахте, и еще чуть-чуть больше. Цифры не пиши не надо процент. Не, не, процент <свят> не пиши, процент мы сейчас, наверное, нет, <свят> не <с> этого. А то сумма то и данные он обирсил Гайдавин БТ. Не, он говорит, просто эту цифру, которую нам ежемесячно обещали. Он то и был гребен. Хруйдум Багалах. Так, пипец. Раз, два, три. Это Как ты неправильно написал это ча? Вот это накругленный сумма, это Вот я же говорил до половины чуть-чуть, Тимин. А теперь... Сам что-то это. Мы, конечно, любим Садамазу, но не до такой <сёсток> степени, да? Ой, это очень интересная история. Тебя <сёсток> <сёсток> начну, да, Да, давай. Самый я... большой урок, жесткий, да. конкретный. 21 год, короче. У нас все хорошо, оба работаем. Появляется такая финансовая пирамида, как Финика. Наверное, все ее знали. В то время. Родственница, короче, этот зовет туда. Соглашаемся. Сначала Конечно, хотели. Мы хотели когда... да, быстро заработать да, денег. Быстро заработать. Хотели сначала просто 100 тысяч попробовать. Но кто-то не буду показывать пальцем. Короче, кредит я взял. Кредит взял, два мульта. Вы Еще самое главное, знаете, это первый и последний кредит Андрея. В итоге взял кредит Фигит, на два мульта, сразу. и мне его что-то сразу одобрили вообще, сразу. Я такой, о, типа, нифига. Жесть, да? Надо, все, на, руке. Да, все такое, короче. Заряжаем туда. Ну, первые два-три месяца нормально, да, шло? Там. Но? По 250 где-то, по 300 кусков, короче, падало. Нифига, и давай мы там, короче, Бэха, тройку, F90 там уже все там. Мерседес и много, да? там, короче, да. Коммерческую недвижимость там купим, квартиру там туда-сюда в голове, бум-бум-бум. Лето, июль месяц. Салам алейкум просто. Жесть <связь> 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 просто. Основателя там <связь> что-то посадили в тюрьму. Это все не работает, что-то уже в аккаунт не, 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 не <связь> заходит. Короче, итоге, жесть была. Да, мы еще помнишь, в Краснодар да, переехали. Но... Вообще там на широкую ногу жили, короче. <связь> Ни в чем себе не отказывали. И в итоге: И тут на, -на, -на. Бац. Да. Короче, пипец. До сих пор больно, день. <связь> Ну тем более, да, мы вообще молодые, болью... ребенок маленький, да, и такой удар, это было вообще трэш. Со слезами на глазах вспоминаю свою Беху, которую я смотрел, которую хотел купить. Так это, еще, знаешь, я, короче, продал тачку в городе и хотел там купить, короче, прикинь, еще еще один кредит типа автокредит хотел, короче, еще еще одну тачку взять. Тебец, да вообще. И слава богу, мне его не одобрили на. Сейчас бы я не Чисто знаю, наш я... бизнес депорт. Да, я сейчас не знаю, что бы реально делал. Просрали мы эти деньги с родственниками. Вообще уже. Ну что, ну сами лохи. Сами же деньги дали. Да, бесплатный сыр только, да? Кого то винить? Только самих себя. Поэтому говорим, надо работать, надо пахать. Потому что жесткий урок мы уже получили. Но всегда везде поддерживаем, но иногда вот такие вот уроки жесткие. Как мы еще там не развелись, да? Ну, не говори. Не, реально очень сложно. Сейчас. Ну, сейчас-то да, нормально же у нас. Да, конечно. Но... Сейчас просто смеемся, вспоминаем, типа. Тогда было вообще mm. не до смеха, да? Реально. Ну, я, конечно, что, я молодой пацан, откуда у меня два мульта? Как я их буду платить? Я из-за этого на вахту уехал. <с, 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 мы банкрот... обратно прилетели, кстати. Банкротство сказано, подал, да. короче, себя как физлицо. Это не надо, лучше, лучше обрезать ну, ну, что тут скрывать ну, да. Да. Банкротство подал. Ну, все нормально. И... Ну, какая у нас сейчас проблема, да? Мы хотим, короче, квартиру купить, ипотеку взять э, по Мы попадаем туда, но из-за того, что я банкрот... Банкротство вот... Не канает, Блин, короче. Да. Но эта история сделала вас сильнее. Сто да. процентов. Но тогда было очень жестко идея, Андрей. Помнишь, ага. еще в Краснодаре, вот когда он здесь продал машину, да? Когда ага. туда полетели, он еще таксисту отдал сколько? Ой. Трэ. вообще, блин. Реально, блин, когда типа это да? Короче, когда одно несчастье и еще типа добивает конкретно. Можно я расскажу эту историю? Это вообще индрайвера заказал. Приезжает мужик. Я до сих пор его помню. Его зовут Шева. Шевкат или как-то не помню. В общем, приезжаю что-то, а до порта ехать долго, там, несколько часов. Он с Краснодара в Якутс должен был день. Да, полететь. полететь на вахту опять. В итоге у меня на карте последние 200 тысяч, вот реально. Ну, не 200, сколько, 300, да, наверное. 300 тысяч у меня было на карте. И в итоге что-то разговорились. Ну, что тут скрывать у нас особенный ребенок. Мы из-за этого вот туда переехали, да, в Краснодар чтобы ребен... ну, обучать его да. реабилитацию туда-сюда мне и так хреново, то что у меня там кредит визит и так далее реально по душам что-то разговорились и все он давай у него там есть гадалка там где-то там в крыму я конечно поверил все это там а мы сами такие не знаю может все сахалар такие да у нас вера типа вот да у нас да сахалар и вот мы Да, очень сильно уважаем не типа особенно когда говорят про веру вот, дальше рассказывай. И вот он очень. И он говорит этот, благодаря этой бабушке, короче, дети начали, ну, типа аутисты, ну, говорить начали, типа. Хангараллар, короче, ага. типа. У нас ребенок не разговаривает, короче. Из-за этого я, конечно, там повелся, типа, на эмоции. о, нифига, типа, да. Давай, там, типа, да". инди, дихая да. Но это типа, ну, стоит сколько-то там ну сумму, типа. Он а изначально на...? сказал 100? Да какой сто, вы 10 тысяч говорил. А, 10 тысяч. Да. И потом все больше и больше больше, короче. Да. В итоге сколько вы думаете? 200 кусков я ему дал. И я все. изначально, когда он рассказывал, я ему говорила, не надо верить, не надо верить, иди постоянно я ему говорила, ты зачем перевел деньги, я ему говорила. А в итоге тот взял деньги и просто заблокировал. Это было так, На ну, Такие времена бывает, наверное, не знаю там переломные. Ну и еще когда хочешь ребенку помочь, конечно, как будто барзаттенкем аляхер курдакта, да, Ди? Я сейчас нервничать начинаю. Ой, я, осторожно. Я, 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 я прям вспомнил этот. И Видите? все, вот так вот пропал. Мы просто вот отдали этому чуваку да, 200 тысяч. Там, ну, короче, очень там сложно. Я хотел в прокуратуру, что-то там. Я там, я там ездила в Краснодар, тоже в прокуратуру. Они сказали, мы-то как бы из Якутии туда да, приехали, у нас ä, ä, прописка здесь, короче. Они сказали, через Якутию, короче, там надо отправлять. В И в итоге я там, короче, все. Ага. И все. Ну, надеюсь, его накажут. Не, наоборот, надо говорить. Желаем счастья. Да, желаем счастья. Да. Ну да. Успехов в мошенничестве. Ну да, вот реально, мы. Говорю же, реально, мы все пережили. Даже такие моменты. Дендрей. Так это фигня. Короче, да. В итоге мне автогредит-то не одобрили, но надо было на чем-то ездить. Я опять на эмоциях. О, да. А? Да. Я не знаю, что у меня какой-то момент был, что ли. Меня все на**ли, <с>... короче, конкретно. <с...> <с...> в итоге там купил тачку Kia Rio, что ли, да? А, это в Краснодаре, Да, Иди. Ага. за 575 тысяч рублей его купил о, там, нифига, нормальная. Ну, я нет, ну, я типа же знаю, там, ну, базовый, там, в сервис пойти, посмотреть, днище, там, туда, ПТС, туда, все. Нет, я, что, я сразу, мне на уши присели, да, она четкая, там, пятая, десятая. Ну, да, умеет вот так вот, да? Смотри, как она едет, на. Но... я такой, о, да. О да! о, да, типа, ничего себе, я беру. Ну, и все, бабки дал, пошел в первый сервис, мне сказали, что купил. В итоге... Мне вообще сказали, это утопленник, нахуй. Я такой, что? Я звоню тому Чисто типу. Чисто наше там, везение, короче. Я говорю, я говорю, звоню тому типу, ты что, говорю, мне продал? Мне тут говорят, что машина утопленная, типа. Все, просто, и, да, ты вот, заз, вот и так опять вот, когда меня, в и опять большом городе, да. Заблокировали, да. <свяк> и в итоге. Потом... <свяк> Это вот все было, да, в одно время, <свяк> короче. Да. Я такой, давай его продавать, короче, обратно, нахуй. Сразу. Сразу же на второй день. А мы еще мечтали, помнишь, да? Ага, типа, сейчас мы на этой на машине море? на море, на в Сочи съездим, да. В итоге, слава богу, что не поехали на ней. И в итоге, знаете, за сколько я продал? На? За 470. <съя> на 100 тысяч, а ]100 короче. А тут опять, да? На 100, 100 тысяч просто да? так отдали. А. <съяр> <съяр> Ой, как мы, как... мы, этот, это. Поэтому не бай балалай пришли, а как да. Пс Слige, да. что ли, не знаю. Чисто <с ocean> травмы наши рассказать. Бедолаг <связь> <связь> Это последний вопрос, надеюсь. <связь> да я только начал. <связь> Во что была одета Ксюша в вашу первую встречу? <связь> Подожди, я помню. Я помню. Я вообще не помню. Как это ты не помнишь? <связь> ты точно же со мной виделась? <связь> А вот <свят> будем Ну тут, если я подскажу, ну слишком, слишком банально будет. Что-то отчетливо помню, в чем ты была. ты <свят> Ну конечно, я же там 4 часа тебя стоял, знал. <свят> как я мог этот забыть, да? Когда ты Ну я банально написал, я там не стал писать типа какой расцветки там. <свят> Просто в чем? Вопрос же в чем было? Короче, я 100 сообщений точно написал, типа... На реально 4 часа nah, я ждал. Так не делается. Эй, не Че-че, че-че написал там. Так не делается. Эй, не Делай. Штук 6 мороженых, наверное, съел там, не знаю. В отчаянии. Думаю, меня опять кинули. Меня по жизни кидают. Напротив парка жила, да? она главное напротив парка жила. 49. Лермонтова Давай три предмета, Ой. Вверх, вниз и обувь. Да? Я даже обувь помню, в чем ты была. Я готов. Сейчас, подожди. Тебя раз, два, три. Катер, да, да. пипец! Ты что написала? Босоножки 9, а вон у нас штаны 9. Блин, Ай, Бля, у меня реально курс следы остались, на. Пахай, вообще идея в и пинги. Я вообще не помню, да. Я чисто Андрея помню, жестко такой брутальный стоит. Майка, он на футбол Калахата, когда его увидела, и я минимум ему, Ты да. Ты точно а? со мной виделась? Сколько там? Да? 35 какой-то мужик стоит. И... Я еще в усах, наверное, был. Mm -hmm. Но я реально мне... Мои Тогда реально были. все думали то, что Андрей минимум 35. Ты да а надо его? 35 помбатать. Ну, 30. Он молодой он, он, он оставляет. Он, 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 а, а ему 16 лет. Какой предмет Андрей испугался сдавать в ЕГЭ, хотя и очень хотел? Я знаю. Сейчас. Я знаю. Конеги? Я давайте скажу так, я сдавал, короче, русский, математики и общество. Yeah? Uh -huh. Я хотел тогда быть ФСБшником. Uh -huh. А подожди, я летчиком хотел. Uh -huh. А чтобы стать летчиком, какую самую у инженеров нужен предмет? Uh -huh. Да? Да, я не знаю. Все, готово? Да. Раз. Э, да? раз, два, три. Я играл Почему испугался? Да потому что я этого предмета вообще отнюдь не знал. У меня всегда... И у меня еле как на тройку... Ну, как там? Четверть? где? Как это? Четверть? Как это называется-то? Четверть же? А я хотел пилотом быть, короче. Я даже потом пошел, Оказывается, там просто русский, математика нужно было, да? Ну, это именно среднее образование. Я пошел туда, и по тесту я не прошел. Ну, сколько там, мне 17 лет было? А там я пришел, там какие-то 600 вопросов, потом еще 800. И там, знаешь, какие вопросы? Вот реально, да? Когда вы типа какаете, смотришь ли на свою какашку, типа вот такого? Ну, я такой, ну да, смотрю, типа. И все, вы не прошли. Да. Ну, я не я знаю, ну, кто, все смотрят, наверное. Сколько стоила аренда вашей первой съемной квартиры? О, это я помню. Угу. Двухкомнатная же была угу. квартира на 203. м угу. Шестой корпус. Да-да-да, помню, помню. Надеюсь, помнишь? О, вообще хотя да. Ну, Помним вообще джабы. Конечно, я ж помню. Я платил потом. Че? Раз, два, два три. Три. Сорок тысяч рублей, реально. Вот так вот. так и стоило тогда. Это семь лет назад, семь лет назад ага. это было ровно. Сейчас даже однокомнатный не купаешь. No. Насколько из десяти вы любите друг друга, если десять максимум, это любовь, это, любовь это любовь к маме. Не поняла. Я тоже не поняла, честно. Ну, типа, 10 нельзя, короче. Ага. Потому что туда занято. Ну то, ну, очевидно. Подожди, я еще вот так вот сделаю. Два, три. Ааа! Красивый, Как 9, по тату? А ты у меня тоже 9 же. Это правда. Я еще сердечко уже накипал. Да, знаете, no. вот ре реально мы как будто не на выпуск пришли, да, вот. Ответ. Чисто к психологу. Как, да, психотерапевту. Мне даже так легче стало. как <реклама> Поздравляем, ваш результат 7,5 балла. Yeah. Yeah. Оказывается, они рэпита. Да? Но ну, это тоже хорошо. Семь с половиной. Мы по сей день друг друга узнаем. Ну, если мы то я, я вам, ребята, все рассказал про, про нашу жизнь. Любите да. и будьте любимыми. Ищите свою любовь, а если она у вас уже есть, то любите, постоянно говорите, что любите друг друга, цените, уважайте, поддерживайте всегда друг друга, и будете вы как мы. <свист> что-то не то я сказал, бля, <свист> как мы, да, Инды? Я, я же сказал, да? история. <свист> Наверное, никто не хотел бы на моем месте быть. Нет, я имею в виду про, про отношения, короче. Поддержку друг другу ничто не сломает, ребята. А <свист> ну-ка. Можно сказать. Я даже не знаю, еще уже все забыла. Ну я за нее скажу, она очень переживала, она не хотела сюда да. идти на этот выпуск. Я ее может как он, заставил. Он да-да, да, заставляет меня и снимать видео тоже заставляет. Ну прикольно, надеюсь, вам наши видосы нравятся, будем дальше этот снимать, радовать тоже вас. Понравится, надеюсь. Более жизненные видосики будем снимать. Вот. А если вам понравился ну, данный выпуск, то надеюсь Бай Балалай нас еще позовет. Да, спасибо за приглашение, кстати, ребятам. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал Бай Балалай. Если вам понравился выпуск, особенно наши истории, то напишите ваши истории кринжовые. И я на них обязательно отвечу. А если вы досмотрели до этого момента, то вот вам подарок. Еще одна история от Андрея. Только не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Спасибо. Припарковался я. Ну, я там, короче, не знал. Вот реально, честно, я не знал, то, что там бензовозы есть, доказывается. Ну, я припарковал машину и ушел работать. Потом мне охранник зовет, говорит, там, типа, надо машину, говорит, отогнать, короче. А я говорю, ну, конечно, говорю, сейчас спокойно, типа, пойду, доделаю. Я пришел, и там уже стоит такой мужик такой в тапочках. И знаете, вот, что первым мне сказал? Ты что, говорит, обезьяна, машину так ставишь, говорит? Сразу, сходу. Ну, я, короче, И слово... Все, ну понеслось. да, меня-то сразу там крышу снесло. Слово за слово там... Ой, там все в матах, короче, было. В итоге, прикинь, он мне бьет, короче, прям в челюсть. Бам, короче. Я сразу сходу тоже банк, драка начинается, я его повалил на UFC. Ну, не началось на, там не вообще. на того напал. Да, Я его, короче, там бам-бам-бам, жестко бью, охранники вылетают. А, -а успокойтесь там туда-сюда. В итоге нас разняли, бедолага, короче, у него аж тапочки светили, он тапочки свои искал, ходил, короче. А у меня один раз только ударил, у меня губа, короче, разби разбилась об зубы, короче, мои же. Все, у меня, короче, там вообще уже. У меня башни снесло, мне не хватает. Я опять бегу к нему, короче, уже с монтировкой. Там где-то монтировку нашел. А, где он, типа? А он от меня бегает, короче. Я говорю, давай, иди сюда, выходи. Он в машине сидит, короче, там. Я ему по колесам этот, бью, короче, монтировку. Выходи, говорю. Нет, типа, там, сюда, сюда, короче. Ну, в вот так итоге так успокоился. Ты его только на дорогах, да? Ну, надеюсь, да. Ну, надеюсь, да. And... И этот, на утро я смотрю, у меня этот рука вообще опухла, я руку сломал там, короче. Этот. Вот так вот. Угу. Ну и бывает, конечно, с моей стороны косяки. Вот недавно вообще случай был год назад, что ли. Я там, ну, случайно подрезал. Случайно. Да, ну, случайно. И давай он меня лечить, типа, там, ты чё это, там, так нельзя, там, туда-сюда, там, слово за слово. Там у нее еще жена окно открыла. Что там, блогерам все можно, что ли, там, короче. Да, думаю. Ну, я, конечно, там осадился. Я не стал там. Газовать не начал, короче. Ну, сразу там, извини, ну, как лошара уехала оттуда.